«Только крылья, только победа» – любимая кричалка юного футболиста. С малых лет Саша увлекается спортом. Первый матч, на который его привел отец, мальчик помнит до сих пор. Это было 10 лет назад. С тех пор футбол стал неотъемлемой частью жизни подростка. Сейчас он играет в дворовой лиге. Рассказывает, мечтает играть в профессиональной команде. «Я занимаюсь футболом, мечтаю о профессиональной карьере и хочу пробиться в основной состав крыльсоветов». На импровизированном уроке футбола ребятам предоставили уникальную возможность пообщаться со звездами спорта, тем более, что вопросов у ребят накопилось. Ведь многие из них хотят стать профессионалами и уже сейчас подражают кумирам. Говорили и о достойном поведении болельщиков на матчах. «Чтобы вот ребятам, естественно, было доступно и понятно все, что мы им объясняем, как нужно, да, себя вести, мы пригласили футболистов футбольного клуба «Крыльсоветов», потому что они являются авторитетом для ребят». После вступления в силу так называемого закона о болельщиках, правила и штрафы ужесточились. Теперь на стадион с флагами могут проходить только избранные. Шапки, закрывающие лицо, тоже под запретом. Администрация Кировского района, на территории которой находится стадион «Металлург», намерена проводить профилактическую работу со школьниками регулярно, напоминать им о правилах поведения на стадионах и ледовых аренах. Валерия Квасневская, Сергей Баскин. События.